Добрый день всем. Снимаю маленькую зарисовку про 9 мая. Вот такой вот идеальный парк здесь сегодня. Вот. У нас уже традиция. Каждый год 9 мая у нас идет дождь, холодно. Постоянно вот это вот какая-то непонятная погода. Ну, сегодня у нас чуть-чуть лучше. То есть дождика пока нет. Просто пасмурно. Ну, это не мешает мне снимать вот такую вот красоту. Вот это вот зеленое великолепие все, которое здесь есть. Это вот огромные каштаны. Вот. У них вот такой вот, вот огромные цветы. И все это вот, вот такое вот. Они образуют туннели зеленые. То есть ты внутри ходишь вот в любую погоду. Они даже немного бывают защищают от небольшого дождика, то есть как бы, то есть ты вот внутри находишься в тени, они образуют крону. Вот такой вот зеленый парк, 9 мая, а у нас, ну то есть лето в разгаре, все, у нас лето. Температура сегодня прохладная, но говорят, что 22 градуса, не смотрел, вот. Потому что пару дней назад было 30. Мы тут умирали от жары, то есть сразу, ну, для людей, которые с давлением, там, сердечники, им, конечно, пришлось туго. Вот. Вот такая вот бесконечная аллея, она у нас тянется до храма. Это вот я иду как бы внутри парка. Парком его сильно не назовешь, ну, сквер, будем так говорить, сквер. Вот. То зимой я ходил там снаружи по тропинке, а сейчас вот весна, конец весны, практически лето. Вот. Вот такие вот у нас тут. Впереди гудит машина, это наш внук тут прет на своем электромотоцикле, который мы ему в прошлом году купили и про которого я снимал маленький фильм. Вот. Сегодня у него тут раздолье, ни одного человека нет. Вот такая прекрасная вон, вот они эти цветы тут натуральный размер, я не представляю, тут сантиметров 25, наверное, такие огромные цветы у нас вот, вот она просто утопает все в цветах. Такой парк простой, тихий парк, когда никого нет, здесь конечно немного пустынно, но сейчас утро, то есть где-то 10 час только, обычно мы гуляем 11 часов, но сегодня вот выходной, праздничный день, поэтому площадка пустая, народ собрался на митинг или на шествие. Мы решили никуда не ходить, потому что все равно у нас все сегодня работают. Вот такое вот прекрасное утро. Все цветет, вот каждый миллиметр. Вот такой вот маленький ролик. Я пока оставлю.
Наслаждайтесь видом. Ну давай.